О том, как и при каких обстоятельствах эта «Лада» врезалась в ограждение, инспекторам ГИБДД только предстоит выяснить. Водителя на месте нет. Случайные свидетели рассказывают, что видели, как молодой человек шел по тротуару с кровью на лице. Предварительное заключение страж порядка. Водитель не справился с управлением. К счастью, не пострадали ни другие автовладельцы, ни пешеходы. Не факт, что водитель пострадавшего в автомобиле нарушитель. В свою очередь, московские инспекторы ведут работу по профилактике и предотвращению аварийных случаев на дороге. Отработка группами нарядов – метод в городе новый, но уже проверенный. Несколько служебных машин могут встретить водителей где и когда угодно. Кстати, нередко московчан предупреждают об очередном рейде. И не случайно водители должны понимать, если есть причина не садиться за руль, то и этого действительно не нужно делать. Попасться пьяным за рулем сегодня очень дорогое удовольствие. Когда водитель... Зная, да, что бывают такие мероприятия, если он едет по этой дороге, что он может быть остановлен, 100% проверен, то есть у водителя не возникает, а может проскочу, а может не проскочу, потому что ну, практически 100% транспорта проверяется и выявляются водители, находящиеся в состоянии опьянения. Внимание уделяется не только случайным машинам на дороге. В рамках акции «Автобус» инспекторы нагрянули на автовокзал. Эти водители ежедневно перевозят сотни пассажиров. От их профессионализма и состояния техники зависят жизни людей. Проверяют документы, осматривают салон и двигатель. Приходим на работу, проверяем масло, естественно, воду. Выезжаем, механик автомобиль проверяет все техническое состояние транспортного средства. Ну а после этого выпускают только, подписывают путевку, выезжаем на линию. Доктора проходим утром, вечером. Будет число аварий на дороге расти или уменьшаться, зависит только от тех, кто сегодня за рулем. Стражи порядка уверенно продолжают работать в направлении предупреждения дорожно-транспортных происшествий. Но результат будет положительным только тогда, когда автовладельцы пойдут навстречу и будут аккуратнее на дорогах. Ирина Сальникова, Александр Михайлов, Сергей Сомов. Москва сегодня.